Путь к научным открытиям через сотрудничество. 2 сентября в научной библиотеке КФУ завершился международный семинар КФУ СЗУ R&D Dialog. 21 сотрудник Института высшей математики и информационной технологии КФУ и 10 китайских специалистов из университета Шэньчжэня выступили с докладами о проводимых исследованиях. Численное моделирование, нейросетевые технологии, искусственный интеллект и квантовые технологии – это лишь часть проводимых учеными исследований. В частности, на семинаре учеными рассматривались технологии распознавания лиц и способы анализа больших массивов данных. Некоторые исследования уникальны и не публиковались в научных изданиях. В процессе слушаний ученые обменивались знаниями и задавали друг другу вопросы. В 2016 году между КФУ и университетом Шэньчжэня было достигнуто соглашение о сотрудничестве. В его рамках проводятся не только семинары, но и выполнение совместных исследований и программы аспирантуры с получением ученой степени. Прошедший семинар должен помочь наладить и укрепить практические контакты между Казанским и Шэньчжэньским университетами. Денис Панкратов, Владислав Михневский, Универньюз.